Переходим к рассмотрению вопросов по повестке дня. Первый вопрос. О досрочном прекращении полномочий главы Балаковского муниципального района Саратовской области Соловьева Александра Александровича. В собрании поступило заявление от главы Балаковского муниципального района Соловьева Александра Александровича об отставке по собственному желанию. В связи с этим предлагается принять отставку главы Балаковского муниципального района Соловьева Александра Александровича и прекратить его полномочия 19 апреля 2021 года. У депутатов есть вопросы? Нет. Пожалуйста, слово представляется Пивоварову Юрию Ивановичу. Уважаемые коллеги, губернатором области предложено Александру Александровичу Соловьеву занять должность заместителя председателя правительства Саратовской области. В его сфере деятельности будет находиться промышленность и жилищно-коммунальное хозяйство. Это основные отрасли, за которые будет отвечать Александр Александрович. Я прошу вас сегодня.